Го – древнекитайская игра, которой уже более 4000 лет. Доска, расчерченная на квадраты, и два комплекта камней разного цвета. Изначально го использовали в военных целях. Раскладывали камни на доске, чтобы продумать стратегию боя. Сейчас в го играют только для удовольствия. Игра для умных, так ее еще называют, развивает логическое и стратегическое мышление. Стандартная доска для игры с 19 пересечениями. Но начинать надо с меньшего количества пересечений. Мы выбрали 9. Цель игры – это огородить территорию. То есть у кого больше, тот и победил. Ходят в го по очереди, не по клеточкам, а по пересечениям. Пока наша партия проходит спокойно. Этот этап называют молчаливым разговором двух игроков. Юрий более опытный игрок, и поэтому первые 8 ходов он не мешал мне огораживать территорию. Хотя, говорят, если играют профессионалы, то атака может начаться уже с первых ходов. Сейчас наши камни начинают пересекаться, и мне ничего не остается, как посягнуть на территорию Юрия. Теперь начинается борьба. Каждый из игроков пытается вторгнуться на территорию другого игрока. Одним ходом можно уничтожить сразу несколько камней, перекрыв им дыхание. В го именно так это и называется. Если камень выставленный в центре, он имеет 4 дыхания. То есть 4 дыхания, благодаря которым он живет. И, соответственно, если мы поставим камень в угол, у него остается только 2 дыхания. Это пункт, который позволяет еще развиваться камню. То есть, если камню приставить еще один камень, то в сумме уже получится 6 дыханий. Чтобы обезопасить свою территорию, опытные игроки составляют из камней живые группы. Живая группа считается та группа, которая имеет 2 глаза. То есть даже если противник закрывает все внешние дыхания группы, то он не сможет сделать одновременно 2 хода, чтобы закрыть 2 глаза. Такие хитрые комбинации позволяют перехитрить противника, но создавать их под силу только опытным игрокам. Когда вариантов ходов не остается, игроки подсчитывают очки. Количество огороженных клеточек прибавляют срубленные камни. Для любого жителя Востока го – это нечто подобное поэзии или боевым искусствам. Научиться побеждать в го – это полдела. Важен сам процесс игры, построение форм и взаимодействие камней. Играть надо красиво. С вами была Екатерина Маслова. Получайте от жизни удовольствие.